И в завершении выпуска о погоде. Штормовое предупреждение объявлено в 6 областях Казахстана. Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Южно- и Западно-Казахстанской, а также Акмолинской. Там ожидается сильный ветер, местами до 28 метров в секунду, гроза и сильный град. Но вот грозы в ближайшие сутки ожидаются и в Астане. В целом неустойчивая погода будет на большей территории Казахстана. Осадки обойдут стороной только запад и юго-восток страны, заявили в Казгидромете.